Привет всем участникам 45-го сезона международного музыкального конкурса талантов Golden Time Talent. Golden Time Talent. Меня зовут Дмитрий Гончаров, генеральный директор радиостанции «Сфера Мьюзик». И в очередной раз мне выпала честь, дорогие участники, судить ваши песни, судить ваше творчество. Ну что ж, перейдем, к оглашению тех имен, которые, на мой взгляд, показались очень и очень интересны. Итак, академический вокал, поп-вокал, джаз-вокал, фолк-вокал, рок-вокал и певица и автор песен. Вот такие вот номинации. Ваши песни участвуют в разных номинациях, но я буду идти по порядку. Итак, Арутюн Арутюнян, Мария Сингаевская, все три песни, Мария, 10 баллов, молодец. Юлия Домышева, Ольга Громова, Алия Игбеева, Брей Артем, Дэн Кучин, Элия Кучин, группа Манелла, Ева Исмантович, Надежда Исумбели, Мария Якимчук, Мария Сойкина, София Ларюшкина, Анастасия Казакевич, Злата Ваукович, Никита Коношенков, Асиф Исрафилбеков, Лиана Погосян, Анна Архипова, Раданая Нино, Ирина Шельнюк, Ирина, также все три песни, все 10 баллов, молодец. Лилия Сокол, Зузанна, ну и особый, хочется передать привет, Те Авен Бахтале Зурале, Джана Джела Каева, Жанна Диамант Дзингане. Еще раз приветствую, порадовали своими песнями, порадовали своим талантом. Давно я не слышал настоящих цыганских песен. Самвел Авакимян – это особый, можно сказать, открытие данного 45-го сезона. Самвел – молодец. 10 с тремя плюсами. И Авильда Махамбетали. Прошу прощения, дорогие друзья, за то, что я читаю ваши фамилии, может быть, не с правильным ударением, но извините, это с непривычки. Татев, Андреева Эльвина и Виктор Лозинский. Вот 31 участник, которые получили, вернее 30, которые получили по 10 баллов, и один, который получил Самвел Авакимян 10 с плюсом. Ну и огромное спасибо еще раз за подаренное удовольствие Джилакаева Жанна. Те Авен Бахтале Зурале. Желаю всем творческих взлетов и не забывайте, дорогие друзья, испытывать свое творчество и самих себя в подобных конкурсах. Продолжайте принимать участие, творчески расти. Всем успехов и удачи!